И всем привет, с вами Игорь, это канал The Cosplay. Мы продолжаем играть в Need for Speed Underground 2. В прошлой серии мы улучшили свою машину. Красить не красили, потому что у нас малиновая лада. Мы проходили гонки, и сейчас мы, кстати, спонсорская, это видеогонка. Это хорошо. Так что сейчас будем проходить дальше. Ля-ля-ля, что творят? Главное, чтобы сейчас не подрезали меня. А то любят, я знаю, они любят это делать. Они у меня научились. Ля, какая красивая, хорошая, красивая проход такой. Прям замечательно, мне нравится уже трасса. Ты знаешь, я тебе не могу этого объяснить. Ну или камера как-то по-другому стоит, или мне кажется, ну как будто у меня это... скорость начала чувствоваться, что мне как-то некомфортно на большой скорости. Мне страшно. Наверное, это мне кажется после всяких других игр, которые я только что проходил. А может быть, машина на турбо стала просто гнать так быстро, что я просто аж офигел. Я ж турбо поставил, турбо надув на машину. Бляха-муха, надо было... Да ёб ты ж мать! Ты чё, как ты это не увидел-то, а? Был такой отрыв, и тут раз, и бах, и все. Она темная, а чё её не увидишь? Да, походу, я турбонадув поставил, она прям начала переть и переть. Она так не перла, она так не делала. Она была медленной. Может, теперь... Получится в драг-рейсинге всех уделать-то, а? С турбонадувом-то. Смотри, как она гонит. Да серьезно, сейчас получится, мне кажется. Смотри, на 4 секунды, да я прям это, начинаю их уделывать. Все-таки надо попробовать в драг-рейсинге. Может, тоже победю. Просто негоже оставлять гонки. Я, кстати, забываю заходить сюда, чтобы проходить этих... дуэли. Дуэли надо проходить. Три круга, ничего себе как много. А что так много? Да куда ж ты едешь? Ну ты ж, ну что ты делаешь? Ну скажи мне, а? Дуэли я забываю проходить. А я все, я второй. Меня кто-то обогнал. А он по срезу поехал, он дурной. Так нечестно. А я вот так могу, понял? Я круче тебя. Выворачиваем и едем. Я не понял. Покатайся. Как я это уже профессионально делаю-то, а? Ну, опыт, хуй. Опыт. Это все опыт. А по-другому никак в таких гонках стареньких. О, хорошо, поехала, давай еще. Где-то это место. Надо завернуть раньше, надо вот здесь завернуть. А то поеду туда дальше, зачем? Они все дальше поехали, это я один сюда завернул. Да! Я на руль, а пальцы сами подруливают, это пальцы виноваты, они сами хотят, чтобы я врезался. Они мне говнят. Их мне можно прописать это колоритному персонажу, которого мы встретили в прошлых играх. Это Руина. У меня пальцы Руина. 6 секунд. Прикинь. Они на 6 секунд отстают от меня. Все-таки турбонадув дает о себе знать. Да я сам вижу, что скорость повысилась. Мне страшно ехать на такой скорости. У меня аж пальцы начинают... как-то не так делать, что начинают врубаться в машины. Прям вот только музыки не хватает. А что я могу сделать? Я не могу оставшиеся на эти музыки беспалевную, чтобы они подходили к гонкам. Вот просто не могу. Как бы ищу, ищу. Ну, то не то, то мне не нравится. Главное, чтобы
нравилось именно по прохождению. Это все вписывалось в роль сюда. И так оно не вписывается ничего. Там какие-то то... То есть со всяких непонятных вот этих вот ваших аниме. Вот эти девочки поют, то еще что-то. Но оно не подходит к данной гонке. Так что без понятия, как вообще не найти оставшиеся песни. У меня была мысль, типа, попробовать в закрытом доступе проверить именно песни, которые здесь есть, но мне кажется, они все палевные, особенно вот это Rising Thunder Storm ту-ту. Rising Thunder Storm ту-ту. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Хотя, может, некоторые не палевные, надо проверить как-нибудь. Мне вот интересно, как люди, вот некоторые, я как бы на стримах видел, когда заходил, смотрел, какие игры проходят. Знаешь, бывает, вот хочется посмотреть, вот чтобы типа мини-обзора, что нормально игра или нет. Вот, например, старые там стратегии героя я смотрел у кого-то. Он музыку ему типа заказывают на стримах, и это стрим не банится. Почему? Почему так вот, я без понятия? Типа, а музыка палевная? Ага. Давай дальше. Дальше, дальше. Ну все. Это называется, они полностью продули. Я уже и привык. Не врубайся. Будь красавчиком в конце. Даже Супру обогнал. Супру. Даже Супра мне не ровня. Когда я получу Супру? Капоты. Зачем мне капоты? Так, а теперь давай-ка... У нас здесь куча гонок всяких, непонятных всяких вот этих вот. Так, вот это что такое? Это написано крестиком. Поехали. Ты точно туда мне сделал? Какие-то странные развороты, повороты. Если это спонсор, то я пойду сначала лучше в другие гонки. Спонсорские надо лучше не выполнять, иначе я выполню спонсорку, и все начнется уже следующий этап игры. Кстати, она поворачивает еще так нормально. Да. Так, ага, отсюда с тобой, да, гонять? Ты что, дурной? Может, тебе фору за 10 километров сделать, чтобы ты сразу от меня оторвался? Бля, с подсветкой. Ну ничего себе. Он с подсветкой ходит, ездит. Подговнил пацану проезд. Ну а как по-другому? Надо уметь. Ты ж гонщик, ты должен уметь выкручиваться в таких ситуациях. Гонщик — это профессиональный водитель, который умеет и знает свою машину. Так, это у нас что? Спонсор Street X. Ладно, давай спонсорский Street X поиграем. Значит, крестики — это спонсоры. Их не надо проходить пока. Поехали, Street X. Поехали, Street X. Да он сразу просто их делает. Мананай. Так, алло, подожди, так нечестно. Вот так. А он по... А как он сделал по такому внешнему кругу-то, а? Как он это делает? Он не притормаживает даже. Врубайся. Да что ты творишь? Ты меня за собой не тяни. Да ты тварь какая, а? Не, он притормаживает немножко. Уйди отсюда. Задрал ты меня, сука. Да, он притормаживает. Ну окей, давай его тактикой возьмем. Нерабочая тактика. Вроде притормаживает, что-то плохо получается. Так как ты меня достал, слушай, может, ты все-таки уйдешь?
Надо его сбросить. А он не хочет сбрасываться, он аж притормозил, чтоб не сброситься, сука. Вот, сука, и шаг, а. Хитрый. Вот так вот это делается, ясно? А он прям по касательной как-то делает, а? Не-на-на-на. И последний круг. Спонсорские стрит-иксы. Стрит-иксы мне нравятся тем, что они очень быстрые. То есть ты там пару минут покатался и все. Так, окей. Интересно, в жизни есть стрит-иксы? Или нет? Не, ну это же понятно, что это в жизни все выписано. Но именно, знаешь, я слышал о дрифте, слышал о драге, слышал о спринте, о кольцевых гонках, а вот стрит-иксы никогда не слышал. У нас еще практикуют типа вот эти ралли, когда ты заезжаешь в грязюки там на гору. Или как-то по-другому оно называется. Ну, не суть важно. Я смотрел там, как заезжают. Это очень было познавательно, интересно. Как другие не заезжали, как у них бампера отваливались. Опа-па-па. Здесь, во-первых, у меня есть, нет? Там рядом был магазин. Он открыт у меня? Он у меня не открыт? А как так? А я сейчас это исправлю. Еще один стрит-икс. Ну, не спонсорский, он должен быть быстрый. Не спонсорский, три стрит-икс. Опачки, а вот... У, нихера у тебя там... Он там наклейки себе понаделал, ты прикинь? Так... А вот это ты давай... Да ты тварь какая, а! Ну все, он меня... Он мне подговнил всю трассу-то. Ну может я его еще догоню, подожди. Можно это еще догнать, я думаю. Догнать еще можно его, я думаю, с легкостью. Просто мне подговнили. Это очень неприятно было. Это было очень неприятно. Да ты задрал мне говни, ты тварь, утюг ебаный. Он просто задрали меня говни. То зеленый, то коричневый. Мне надо заново, наверное, начать, потому что они мне говнят, я не могу от них выехать. Мне надо вначале сразу их отговнить назад. Вот это вот два говна здесь рядом, которые любят подговнить, они еще на одинаковых машинах. На тебе, приятно? Вот и мне неприятно. Вот так вот хорошо, знаешь, они мне не мешают мне. Я могу свой полный потенциал использовать. Ага. Я сзади. Опять это говно. Он врубается, ему насрать. У него получается, даже если он врубается. А я нормально еду, у меня не получается, да, его обогнать. Иди отсюда. Покатайся там где-нибудь далеко-далеко. За 3-9 земель. За 10... Сука. Говно какое, а. Ты вырвался, чтобы здесь пакости. Чтобы вот показывать свое мастерство вождения. И не давать другим нормально водить, да? Так, ну вот. Тут я получше проехал, чем он. Иди отсюда. Хочешь поехать отсюда, а? Так. Так. Ага. Отлично, отлично. Главное, чтобы он меня не обогнал. Это последний круг, как... Сука. На! Я тебе сказал, ты меня не обгонишь. Вынужденная мера. Он...
А что, ну конец круга, я не хочу опять ехать. Это было вынуждено. Так. И поворот. Вот и все. А кто это на зеленые? Это RX. Восьмые. Восьмые RX. Так, опять какие-то капоты, зеркала. Ну, зачем мне это все знать? Я и так, если надо, я поеду и получу это все. А, стоп. Здесь есть магазин, который я не знал, что он здесь находится. Вот он. Так, что дадут? А также шины и снижение массы, и и тормозную систему. Вот это я и хотел. К черту практичность. Здесь тебе дадут детали, которые смогут выжить 100% из твоей тачки. Ты задрала, мать. Может тебе работать комментатором в этом, в футболе? Я обнял свою девочку. Даже лысой резины мало что бывает. Меняй тормоза. Для резких людей резкие остановки. Чем меньше Сука. Висит твоя тачка, тем быстрее она будет бегать. Натуре. Давай облегчать корпус. Все, отстань от меня. Чем быстрее скорость и чем меньше машина, тем сильнее и дальше она улетит, когда ей в бочину прилетит хороший поток ветра. Так, а где я? Вот он я. Мне давай сюда. Поедем. Теперь я точно смогу в драг-рейсинге нормально кататься. Вот теперь... Ты тупой? Ты где права брал? Ты че? Он едет прям... Ну, он на моей полосе ехал. А нет, это на другой стороне. Ладно, поехали. Он на другой стороне. Или в горы поехать. Куда быстрее будет? Я думаю, быстрее будет в горы выполнить... Нет. Мы едем на ту сторону, потому что... Там последняя спонсорская гонка осталась. Опа, вот это я не ожидал. А здесь дрифт, оказывается. Давай подрифтуем. Давай дрифтовать. Смотри, как умею. Как могу. По 15 тысяч. Просто могу, просто могёшь. Видишь, как могёшь? Как могёшь. О, по 15, по 16 тысяч делаю вам. Вот они, настоящие дрифты, а не то, что вы тут делаете. Опачки, ну это вот он меня своим потоком ветра сделал. Подбил и всё. И я резко вылетел с трассы. Непоточно меня ветром своим. Так, окей. Не, ну тут я вне конкуренции, это однозначно. Тут я вне конкуренции. 30 тысяч, 38 тысяч просто за один дрифт. Спасибо, дурной козел. Где ж ты права брал, сука? Ля, они тут что творят, а? Вот так. Вот так этот дрифт делается. Именно так. Интересно, новые машины какие будут в комплекте. Там же спонсора пройдешь, новая машина. Можно сняться для обложки. Потом. На заезде будут французские шишки из GIT Magazine. Надо им показать. Кого показать? Сама показывай, что ты там хочешь показать им. Я езжу, я ничего показываю, не показываю, ясно? Я вожу. Я гоняю. Если хочешь, показывай. Поехали.
Да, на нитро, на нитро все идут. Все на нитро давай, да? Сразу же, моментально. Это вам не поможет. Абсолютно вам это не поможет. Как стоячих просто. На-на-на. Так, по внешне, по внутренней. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть за малым. Больно. Моим глазам, когда машину так царапаешь. Жаль, здесь нет вот этих повреждений, царапин. Опачки. Вот тут это я и говорю. Вот здесь и надо нитро использовать. А не там в начале, где вы используете. Бля, они так недалеко-то и оторваны от меня прям. Они очень близко. Так что надо быть на стрёме и на бдительность. Иначе один косяк. И на последнем кругу ты будешь уже последний. И начнешь ты заново. И все. Так. Окей. Здесь машин, надеюсь, не будет. Вот здесь надо вот так зайти. И все. Так будет намного лучше. Больше времени выиграю для этого. Для этого поворота, который сейчас будет. Так, опять машины! Последний круг! И помимо этого финиш. А как там проехать? Они двое, там их не проедешь, не пропрешь, как танки. Так. Окей. Победа. Дальше. Смотрим дальше гонку. Так, ближайшую. Ближайшая здесь. Вот это, да? Это что такое? Ага. Поехали. Стоп, стоп, стоп. Поехали, поехали. Не кажется ли ты мне не туда немного едешь? Ты дурной? Зачем мне сюда? Чё с навигатором? Он мне едет в горы. Зачем? У меня вон гонка там. Нормально? Нормальный вообще? Он ненормальный. Он заглючил. Да неужели? Ты хотел меня через все горы проехать, да? Чтобы здесь вывернуть. Куда ты прешь, скажи мне? Куда ты едешь? Я еду по выделенной желтой полосе чисто для меня. Так, да, сюда. Я думал, я не туда еду. Так, так, так. Отлично. Хорошо заехали, хороший поворот. Да музыки не хватает. Так, все, вот она и кольцевая, еще одна. Кстати, в темпе идем. Очень много гонок мы прошли за сегодня. Больше, чем в предыдущих две серии. Намного больше. А зачем я нитро использую? Ты что, больной, что ли? Два круга. Кстати, подсветка тебе не идет такая, ясно? Так, теперь сюда. Трасса какая-то странная. Ну, может, она разыграется нормально, новыми красками под конец. Не, ну она ровная, ничего не скажу. Вообще, надо бы как-то учиться по прямой идти через фонтаны-то. А не вот так, как я сейчас делаю.
Так, вышел заноса. Видишь, правильно надо было выкрутить в сторону заноса и газку дать. Так что все замечательно. Я по какому пути еду? По большому или по маленькому? По большому, по маленькому. По нормальному, хорошо. Куда надо еду? Странная трасса, странная, запутанная. С резкими поворотами. А здесь по прямой. Страшно. Быстро едет, страшно, что сейчас врублюсь, и меня обгонят. Тем более, что они недалеко. Так, на трассу надо... Надо обязательно учиться смотреть на карту. И надо будет... Где финиш, там же поворот сейчас будет резкий. Надо будет притормаживать. А то я разогнался на 250 еду. Вот здесь сейчас будет. Вот тут, да. Тормозим потихонечку. Потихонечку начинаем тормозить. 200. Поворот надо войти в 200. 200 не войдешь в поворот. Кстати, догнали из этого поворота. Ну там по прямой в конце. Мне кажется, по прямой, если что, я их догоню. А может, и не догоню? Без понятия. Во! О, как, смотри, идеально. Просто идеально прошел. Просто идеально. Даже боты так не... Вон, да, 3 секунды аж оторвались от того, как я идеально прошел. У них аж рты открылись. Думают, с нами профессионал, что ли, играет? А как так? Так... Так, с таймером все в порядке еще, да? Кто будет сейчас пиликать, а я не услышу. Так, стоп. Таймер. Не отвлекай таймер. Не знаю, у меня заблокирован телефон. Я не могу посмотреть, сколько времени осталось. Чтоб он не пиликал. Отключить его. Так. Ну все, это победа. Можно даже закись всю. Они рядом, кстати, были. Они недалеко были. Я что-то на карту взглянул, они-то рядом были. Так, давай дальше. Дальше мы идем. Это что у нас, профи? Мне кажется, это тоже профессиональная лига, не? Давай сюда. Здесь рядом две гонки. Чтоб далеко-то не ездить. Денег у нас 9000. Надо еще накопить, потому что машину я хочу другую. Бесплатно, тем более. Почему бы и нет? И которую я следующую выберу машину, не знаю. Может, она будет уже до самого конца у меня. Может быть, может. Так, вот она гонка. Так, дрифтинг. Кто не ездил, тот не поймет. Становись на старт или проваливай. Здесь не место для сопляков. Сам ты сопляк. Резиновый. Я сейчас покажу вам настоящий дрифт, сосунки. Он видел? 3000. Так, а что-то я мало. Опа, 7000. Скорость. Смотри на скорость мою. Ай, бляха-муха. Но это из-за того, что я там врезался. Так. Ну ты зачем меня тут сделал? Если ты не умеешь дрифтить, зачем ты вообще лезешь сюда? Еще проиграть, что ли, могу? Да нифига.
Отлично, 7000 набрал на по прямой. Так, отстань. Я так и думал, сука, что ты мне будешь мешать. Нет, дрифтинг, не видишь что ли? Что-то пиликаешь мне здесь. Здесь дрифты. Какая странная... Что происходит? Меня сбил этот непонятный... Непонятный. Мой таймер меня сбил. Что там было сейчас? Там Генри ездит со мной. С этого Стикмана. Вот так вот, смотрите на результат. Я аж задом заехал. Так, поехали дальше. Одну гоночку еще можно пройти, чисто чтобы здесь ее не было. Быстренько. Думаю, по времени уложимся. Ничего страшного не будет, все одну лишнюю гонку сыграем. Тем более это спринт. Я думаю, что это быстро будет. Ты зачем мне подсираешь с самого начала, а? Чё за агрессив? Расслабься, успокойся. Попей чайку где-нибудь заедь. А мы пока гоночку поиграем. Как зашел, плавно, легко. Без всякого, как кошка. Хорошая трасса. Пока нравится. Сегодня, видимо, в гонках мой день. Говорю же, мой день. Чуть не врезался, ну ладно. У меня же внутри все сжалось. Не знаю, у тебя сжалось, нет, все внутри. Может быть. Так, едем, едем. На карту смотреть больше. На карту перестал смотреть и не понимаю, где я и что я. Вот это в конце, конечно, да. На тебе нитро мое. Это ж конец. Я сейчас врежусь. Нет, не врежусь. Я думал, сейчас врежусь. Так. О, нет, 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 не в конце. Не надо. Стой. В конце нельзя. Вот видишь. Минута. Все это заняло минуту. Нормально, много прошли гонок. В следующей серии, я думаю, что мы уже эту карту закончим и будем уже на новой машине ездить. А на этом мы закончим. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до встречи в новых видео.